Хаюшки, друзья мои, сейчас мы разогрели человека, размяли. Вот посмотрите, какая у него гиперемия, покраснелась спина, говорит о хорошем кровообращении, да? А дальше мы, смотрите, постоянно раскачиваем позвоночник, продолжаем делать в одной амплитуде мануальные правки с выдохом моей груди. Каждую косточку лечим. Все. От пальцев ног до судьбы. Так, ну вот и теперь. Еще. Если лбом упираешься, то здесь программа чуть-чуть. Пальчики разверни, выдох. Расслабляемся. Сам ничего не делай. Опа. Живой? Да. Скажи что-нибудь, не пугай нас. И контурно выставь голову. Услышал, да? Да. Так, теперь в эту сторону. И мы отпускаем. С первого раза, конечно, страшновато, я понимаю. Все. Друзья, с вами был Олег Лавгудвин, а если вы не с нами, то много теряете.